Сказать кому не поверят. Поймал, мол, говорящую рыбу. Вот такую. Послушай, добрый человек, отпусти меня домой в море. Ух ты, говорящая рыба. А у нас вся семья говорящая. Отец говорит, мать говорит, а дед говорит. Делай добро, бросай его в воду. Оно не пропадет, добром к тебе вернется. Ну, сделай добро, брось меня в воду, а за мной не пропадет. Когда-нибудь и я тебе пригожусь. Ага, как это ты мне пригодишься? Разговаривать каждый может. Вот если бы ты, к примеру, лаять умела, ну тогда бы пригодилась. Посадил бы на цепь дом охранять. А так что с тебя взять? Плыви себе. А теперь есть нечего. Эх! Я здесь! Зачем звал? Я? И сказал «Эх! Эх! Это я! Великий! Могучий! Добрый волшебник!» Эх! 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 А это мое эхо! Говори, чего пожелаешь? Все сделаю, все могу! Чего бедняку желать? Понял. Есть нечего. Так, вот тебе волшебный столик. Проголодался? Постучи три раза. Раз, два, три. Ну-ка. Поел, попил, постучи еще три раза. Три, два, раз. Спасибо тебе, добрый. Век тебя помнить буду. Будешь помнить, будешь. Не будь я если ты меня еще не вспомнишь. Женя! Забыл предупредить. Есть у меня маленькое условие. Ровно в полночь приду к вам в гости и буду до рассвета вопросы задавать. Сумеете ответить? Столик ваш. А не сумеете? Пеняйте на себя! Век меня помнить будете! Добрые люди, пустите переночевать. Ой, сынок, поищи лучше ночлег в другом месте. В полночь придет сюда чудовище. И нас погубит, и тебя заодно. Да, сынок. Ну, полночь еще не скоро, а там видно будет. А ты кто такой? Откуда взялся? С того берега моря. На чем приехал?
Оседлал хромую блоху, сел и приехал. Море что? Лужа! Может и лужа, да только ту лужу орел не перелетел. Значит, орел, птенец! Наверное, птенец, но тянет его крылья в город закрывает, в городе ночь настает. Город, небось, крохотный! Через тот город заяц бежал, не перебежал. Выходит, заяц маленький. Заяц как заяц, из его шкуры тулуп вышел. Куда вышел? Вышел из того города, где заяц бежал, на который тень от орла упала, и пошел, куда глаза глядят. Чьи глаза? Глаза того тулупа, который из шкуры зайца вышел, в городе, где ночь настает, когда над ним птенец пролетает верхом на хромой блохе. Чего? Чего-чего? На хромой блохе с того берега моря, которое зайцу не перелететь, орлу не перебежать. Хоть море не море, а так лужа посреди города, где тень от блохи на зайца упала и насмерть убила. А из шкуры зайца тулуп вышел и пошел, куда глаза глядят. Тут заяц как прыгнет. Какой заяц? Насмерть убитый, как прыгнет, куда глаза глядят. Так что тот берег моря, который не перелетит, не перебежать, из которого тулуп вышел, на который тень блохи упала и зайца убила. Хоть заяц не заяц, а орел. Какой заяц? Какой орел? Какая блоха? Повторить? Ну, значит, та самая блоха с того берега лужи. Да хватит! Эй, погоди! Далеко еще до рассвета! Спас ты стариков, сынок, от смерти спас. Кто ты? Хоть имя свое скажи. Дед мой говорит, делай добро и бросай его в воду. Вот я тебе и пригодился.